Праздник для любителей отдыхать культурно. 19 октября в Ивановской области состоится торжественное открытие традиционного фестиваля «Дни российской культуры». На сцене музыкального театра перед жителями областного центра выступит Московский академический театр танца «Гжель». Легендарный танцевальный коллектив, который выступит на сцене музыкального театра в двух отделениях. В первом отделении они покажут русские народные танцы, а во втором отделении – танцы народов мира. Основной площадкой Дней российской культуры в Иванове станет Ивановская государственная филармония, где целую неделю будут проходить концерты один за другим. Билеты на мероприятия варьируются от 150 до 800 рублей. Отдельные скидки действуют для пенсионеров и студентов. 20 октября филармонии презентуют Ивановский симфонический оркестр. В таком масштабе оркестр не выступал, несколько десятков лет. И в этот вечер слушатели услышат шестую симфонию Людвига ван Бетховена, фортепианный концерт Ференца Листа. Приедет к нам потрясающий пианист, лауреат международных конкурсов Андрей Стукалов. Достаточно известный музыкант в Москве, виртуоз. 21 октября для ивановцев выступит коллектив из Нижнего Новгорода, оркестр аргентинского танго. А 23 октября ивановцев ждет вечер гитарной музыки в исполнении Веры Данилиной. 26 октября в областной центр приедет квартет балалайчников «Ситенна». В этот же вечер на сцене выступит оркестр русских народных инструментов Ивановской филармонии под руководством дирижера Сергея Лебедева. Заключительным концертом станет выступление коллектива «Cool & Jazzy», который исполнит произведения от классики до хип-хопа. Стоит отметить, что мероприятия пройдут не только в филармонии, но и в ивановских театрах, музеях, библиотеках. Кроме того, по традиции, Ивановский дом национальностей готовит фестиваль национальных культур. В этом году фестиваль национальных культур проходит уже в 23-й раз. То есть это свидетельствует о том, что это мероприятие, это событие востребовано, и оно уже имеет долгую и интересную историю. Но самое главная цель фестиваля – это, естественно, укрепление развития дружеских отношений между представителями разных наций и национальностей, которые проживают на территории области. Мы считаем, что обязательно необходим межкультурный обмен для того, чтобы как можно комфортнее и интереснее жилось представителям разных национальностей на нашей земле. Активисты национальных и культурных объединений познакомят жителей города с культурой, традициями и обычаями. Мероприятия пройдут в разных форматах. Это выставки, спектакли, видеопоказы и концерты. Торжественное открытие фестиваля национальных культур по традиции состоится в городском центре культуры и отдыха 24 октября. Любовь Почерникова, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.